Ремонт школьной кровли и строительство детской площадки. С этими вопросами пришли на прием к главе региона жители Сандова и Балагова. Проблемы эти в обоих случаях тянутся давно, еще с советских времен. О том, как будут решаться эти задачи, расскажем в следующем сюжете. На прием главе региона пришли жители двух разных муниципалитетов, но проблема у них похожая – школьная. Жительница города Балагой Юлия Медведева, член управляющего совета и мама учеников школы номер 12, приехала с распространенной, но очень острой проблемой – протечка кровли образовательного учреждения. Здание было построено в 1940 году, а кровлю последний раз ремонтировали в 2001. Самое главное, что хочется отметить здесь – это душа школы. Ее формируют учителя, ученики, родители учеников, самое главное – директор. И, конечно же, когда внутреннее в школе все так хорошо, хочется, чтобы и внешнее ее состояние соответствовало. В этой школе обучаются 460 учеников, функционируют кружки и секции. Проблема эта будет решена, деньги выделят. Дальше дело за главой муниципалитета. Деньги по этой школе выделено. Мы до него доведем буквально в течение недели. И дальше задача найти подрядчиков, которые должны качественно сделать документацию и отремонтировать кровлю и сдать, соответственно, заказчику. Михаил Шишов работает в Сандовской школе и обратился к главе региона с такой проблемой, как оборудование новой спортивной площадки на территории образовательного учреждения на месте старого стадиона, возведенного еще в 1969 году. Эта площадка необходима для учеников школы и для юных жителей близлежащих районов. В основном у нас территориально новые площадки расположены в центре поселка. А школа находится маленько удаленно от центра, и поэтому необходимость в этой площадке стоит, потому что удаленно также от центра находятся микрорайоны, два микрорайона, расположенных рядом со школой. На основании вашего обращения было принято решение разместить открытый комплекс спортивный. Ампуль у нас получается, потом открытая площадка с теннисом, по-моему, волейбол или баскетбол. Если глава, вы будете контролировать всю эту процедуру, то можно постараться до середины августа все уже завершить. Предполагается, что площадка будет включать в себя 16 тренажеров, спортивный комплекс и гимнастический городок.